Привет. На противника. Вообще кто? Здрасте. Мне бы пригодилась информация на этот счет. Все, что я знаю. Спасибо за помощь. Есть!
Спокойно. Работаем по цели. Ладно, я иду. Эй, получай! Приветствую. Привет. Я ищу администратора метеорологического центра. Ты не знаешь, где он может быть? Это правда. Спасибо за помощь. Не пугайтесь. Я ищу директора метеорологического центра. Мне сказали, он где-то здесь. Ты не инструктор по теннису. Ты думаешь, я пришел в игры играть? Не похоже. Он живет у побережья, его дом легко найти, там огромный бассейн и клевый теннисный корт. Спасибо, будьте здоровы. Привет. Хочу спросить, ты мне не поможешь? Я тут пытаюсь разыскать директора метеоцентра. Вот и все, что я знаю. Спасибо за помощь. Здесь тоже чисто.
Сегодня мы строим миф завтрашнего дня. Перед вами Здравствуйте. Привет. Я ищу администратора метеорологического центра. Ты не знаешь, где он может быть? Больше я ничего не знаю. Спасибо, вы мне помогли. Что ты тут делаешь? По заявкам играешь? Спасибо, но я бы лучше играл то, что подходит моменту. Что здесь забыл человек с таким талантом? Боюсь, что это долгая и печальная история. Я Хесус Моррисон. И, что более важно, что привело в этот бар тебя, если не считать дешевого разбавленного бухла и духоты? Местные говорят, что у тебя есть поистине уникальные песни. Все мои песни уникальны. Ведь каждая великая песня содержит в себе важное послание. Да? И в твоих песнях есть важное послание. Ну, я ведь пою только великие песни. Так что, да. Местная публика, кажется, вслушивается в каждую мою ноту. Я все думаю, о чем написать новые песни, но не придумывается. Я могу чем-то помочь? Вообще-то, да. У меня есть соавтор, Лейси Пеннер. Она вдохновляет меня. Лейси сейчас на аванпосте Green Viper. Можешь принести мне экземпляр ее работы? Да. Туда нужно пробраться незаметно? Ну, я вот не отличаюсь скрытностью. Так что да, будь как ниндзя, не дай себя обнаружить. И не хочу звездить, но мои фанаты хотят, чтобы я был здесь. Ну, не будем расстраивать твоих фанатов. Я что-нибудь придумаю. Эй, чего вам надо? Что такое? Кто вы? Привет. Не пугайтесь. Спасибо вам. Тут есть бар. Хочу его разведать. Зайду после работы. Тут лучше, чем на прошлой работе. Yeah.
Полная тишина. Здесь тоже ничего. Пожалуй, пойду в увольнительную. У радиста таймшер в тропиках, и он всех приглашает. Да, наверное, все на Вы здесь, чтобы отвезти меня к мисс Херцог? Я хорошо себя вел. Это ты отвечаешь за работу метеоцентра? Я не хотел уходить. Марк меня заставил. Он сказал, мне нужна передышка. Марк? Администратор? Да, Марк. Это была его идея. Но она неплохой человек. Она помогла мне постичь мою истинную суть. Удобно. Хочу с тобой поболтать. Что вам? Это из-за Бэкдора? Не переживай ты за свой проектик. Речь о твоем будущем. Об этом моменте. И о тебе. Давайте все обсудим. Поговорим. Не представляешь, как тебе повезло. Большинство людей не знают своего предела. Не ищут его. Да и зачем им это делать? Я вам расскажу все, что знаю. Все! Если у человека есть хоть немножечко денег,
Он может столько всего себе позволить. Кондиционер. Телевизор. Даже доставку еды прямо на дом. Что вы от меня хотите? Я хочу понять, осталось ли в этом рыхлом теле хоть что-то от человека? Потому что выглядишь ты, как вялый кожаный мешок, набитый дерьмом. Я хочу узнать, насколько тебя может хватить. Я тебе сочувствую, но мне нужно найти администратора. Он пошел в конференц-зал произнести речь или что-то такое. Скажите Ильзе, что я не упирался. Побудь здесь. Отдохни. Я буду вести себя хорошо. Правда. Сегодня мы строим мир завтрашнего дня. Лаборатория Криохоп, призванная дать шанс пациентам с
Здравствуйте. Не надо. Не трогай меня. Поможешь мне, не трону. Мне нужно пробраться в тюрьму. Я больше не выдержу. Помогу тебе, Херцог меня убьет. Подумай о людях, которые прошли через ее пытки. Твои подчиненные. Друзья. Ты можешь это остановить. Ладно, послушай. Я скажу, но и только. Я с тобой не пойду. Этого и не требуется. Так, но... Сначала нужно будет перерезать кабель в пристройке. Потом создать для себя новый идентификатор. На посту управления есть биометрический сканер. Сделай скан ладони. Потом надо будет подключиться к антенне на крыше и переслать идентификатор на тюремные серверы. И только после этого ты сможешь проникнуть внутрь. Отлично, спасибо. Здрасте. Не пугайтесь. Слушай, я тебе не враг. Я ищу это место. Подскажете, как туда попасть? Да, я могу вам подсказать. Спасибо. До свидания. Пожалуйста, уйдите.
ничего нет. Нужно осмотреть весь сектор. Лэйси Пеннер? Да. А что? Я от Хисуса. Он сказал, что ты его соавтор. Соавтор? Скорее, сообщник. У него все хорошо? Да, все нормально. Он сказал, что вы вместе работаете над песнями. Ну, творец он, а я просто курьер. В нотах содержатся данные об операции, которую проводит капитан Сэвидж. Если Хисус может превратить их в песню, изгои ее расшифруют и успеет подготовиться к обороне. Он точно сумеет это сделать? Он найдет способ. Но, пожалуйста, будь осторожнее. Если Сентинел узнает, Хисусу конец. Защити эти данные и его самого. Ясно.
Стоит заняться поисками. Черт. Цель поражена! Так, народ, дрон вылетел!
Thank you.
из дома без крайней необходимости. Я буду осторожен. О! Спасибо. Нет, у нас тут ничего. В моем секторе тоже тишина. Ни хрена мы тут не найдем. А ты, судя по всему, готов на все. О, господи, ты еще откуда? Пленный Херцог редко остается целым. Херцог только одна. Мир вряд ли выдержит двух таких, как она. Пока мы... Тревога! У нас гости! Я же ничего не делал.
Чего ты от меня хочешь.
Скан ладони есть, коды тоже. Готов? О, боже. Без тебя ничего не выйдет, Карл. Помоги своим друзьям. Да. Да, ладно. Я схожу за машиной. Мы все будем ждать тебя у тюрьмы. Карл? Да. Все получится.